Приехал с двумя. С двумя приехал обратно. Целый рюкзак получается подарком. Застали бардак с утра. Да. Сейчас подожди, ничего не выкладывай, я протру стул. Ну, иди. Тапочки надень. Зато есть молочный коктейль. Но сейчас Виталине это нельзя. Нет, нельзя. Это с поезда еда. Дальше есть апельсиновый мультисорт. Это папу кормили в поезде. А, это мульти. Там апельсиновый у меня еще есть. Соки вот у них очень вкусные, кстати. Это я к нам купил. А что это такое? Я включу. А. Кабанос? А, кабандос. У нас кабаноси, а там... Это ихная, Виталик? Наверное, я не знаю. Что, по-моему? Могилев. Могилев ихняя. Могилевский район. А состав? Тоже не маленький. Ну ладно. Вау, я такую люблю. Иди к нам, дочь. Иди, будешь подсматривать. Так, ну это... Опа, да, вот этот они? Мишка, да. Да, Мишка этот вкус. Это вам не надо? Как не надо? Это... А, это твое? Этот чей? Спартак шоколад. Ну, Спартак это шихний. Белорусский, по-моему. Москва. А, московский? Нет, Гомель. Гомель. Изготовитель Гомель, импортер. Ух ты, это пармезан. Пармезан. Да, Брест-Литовский ты привозил в прошлый раз. Масло, точно, я забыла про масло. Надо было больше масла. А это что? Сыр. Вафли. Яшкино. Ты Яшкино. Яшкино я только в интернете видела, а ты... Даешь? Тебе подарок от Виталины. Давай, показывай. Ой, спасибо. Давай меняться. Чего масла мало привез? М? Чего не привез 5 этих масла? Ого. Ты хочешь, чтобы я молодая была? Это что? Шампунь. О, вот что я. Вау! Это блеск. А это помада с перламутром. Вау! Дашь попользоваться? А вот еще что-то. Вау! Ну ничего себе! А! Папка она привозила. Ух ты! Все тебе. Боже мой. Надо было Веронике что-то уже. А может ты что-то Веронике вот это вот дашь? Оно... Или вот это? Нет? Ладно. Ну давай Вероничке, доча. Это ж... Вот да это. Ладно. Оно ж не для взрослых. Мы потом посмотрим. Да, тем более у тебя такое есть. Посмотрим. Это для взрослых. Посмотрим. А мамкой поделишься? Да, она со мной, да. Так, это опять? Жвачки, за которые эта война идет. Наверное. Конечно, дорогучий, ты говорил. По доллару. 30 гривен? 25. Ничего себе. 25. Так. Арбузики, по-моему, понравились больше, да? Я не знаю. А вот это новые я какие-то. У нас таких, по-моему, нету. X-Fresh. Я просто черника, цитрус, просто не обращаю внимания на них. Так, это... Бальзам, вот это ты там маленьким пользовалась, а я тебе вот такой вот... Так это ж маска. Это не маска. Это маска. А, маска для лица. А ты маленькие привез? Да. Мне главное маска. А, я попробую. Вот, крем для рук. Ага. Так крем для рук у меня такого не было. Не было? А это маска. Ну, попробую. Вот это разве такая же серия, да? Направленное действие. Не, маска хорошо, с гиалуронкой, да, вот это с гиалуронкой, да. Угу. Не, крем для рук тоже надо, потому что у меня то, что ты привез, перчатки эти, 3D ретинол. Это крем-гель, это для комфортного бритья. Это Артуру. Ага, это Артуру. С мятой. Я тоже ноги побрею один раз. Понюхай.
Это... Боже, чем они? Пирожным пахнут или чем? Пироженка там, по-моему, где-то что-то было. Вот это. Так, говядина тушеная. Вау. Гречка. Ваши все равно привезли. А, это две Максу, он как всегда попросил. Каким этим бублгам или чем-то. Это я тоже взял. Это что? Точно. А что можно было больше взять? А что с этим не взял? Шоколадным можно было взять еще. Сгущенка. Вау. Ну давай еще. Это мое. Это нам. Тебе сейчас нельзя. Это все будешь кушать, зайчик. Никто же не забирает. Это то, что я говорил. Чокопай. Но его не надо в микроволновке. Да. Ну, его, понимаешь, ну можно нагреть, он тогда мягкий будет. Но кто придумал, что его в микроволновке надо, я не знаю. Не знаю. Что они придумали такое? Это хлопец этот. Не, ну его если это, так, конечно, оно мягкое типа станет. Такое, как пирожное горячее. Угу. Это, кстати, китайская фирма, которая закрылась уже. Так. Что-то там она... Так, поменялась. Что-то... Так, это... Да, это у меня есть такая серия, это сыворотка, класс. Я О, против прыщей, угрей, черных точек? Да. Ух ты, класс. Ух ты, контур сыворотка. Угу. Не закрыл. Это тот, что я просила. Угу. Да. Классный. Ох, важно. Для снятия макияжа. Да. Жемчужная кожа. Это что-то там Веронике дадите. Ага, так, да, она выберет. Лифт. Ага, вот эти классные лифт. Обожаю его. Скатка для лица, вот это классная. Кожа. О, скатки у меня, кстати, не было ни разу. Это что-то. Будем. О, это то, что у нас классное. Да. Это? Да, 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 да. Это новое какое-то, да, другое. Еще больше это его. Для... Педикюра. 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 Да. Класс. Эти вообще. Это я не знаю, насколько мне их хватит. Теперь, когда ты в следующий раз. Через полгода. Как раз хватит. Это у меня есть уже такое. Есть, ну ничего, есть, за зиму все уйдет. Зимой оно активно все надо. Так, это, все. Я... это для свежего дыхания. Свежего дыхания, это я себе. Артуру или себе? Ну, может, Артуру. Вот. Захочет он себе, и себе. Все? Нет еще. Еще нет? Опять же, такие апельсиновые. Это сок. С поезда, да. Боже, какие у тебя подарки. Конина. А, конина. Вау. Вы такую ели, да? Да, мы это ели. Класс. Это гречневую купил себе, но потом докупил еще, думаю, заберу домой. Ты сказала, что ты поедешь. Так, свинина такая. Угу. А сколько таких банок? Угу. Две банки. Угу. Извращенки. Это... Кому там детям попробовать? Ух ты, фанта. Черная фанта. Класс. А белой колы нет? Не нашел? Не было. Мы искали, все магазины открыли, не нашли. И самый главный маме подарок. Вот такой. Вау. Подождите, дайте сниму диск здоровья. Все. Вот это я. О, а я смотрела купил. В интернете недавно, мне попался. Дешевле, чем... А сколько он там стоит? Это 166, а этот на рубль или на что-то еще дешевле. Еще чем дешевле. Это? Да. А. Может, 150. Понятно. Ну, хорошо. Все? Ну, походу, да. Ну, все. Все.